Что еще тут новенького? Вот что-то устанавливают. Что это такое будет? Наверное, качельки для деток. Интересно. Деревянные ступенечки такие сделали. Молодцы ребята, работают. Все облагородили. Красота получилась. Кстати, как вам площадь Советская? Тоже пишите в комментариях, интересно. Вот такие дела сегодня в Ялте. Ну что, на Спартак? Спартачок. Пробок на дорогах нет, как видите. Цветы. Красота. Красиво цветут деревья в Ялте. Но возле перехода тоже цветочки продают. Интересно, почем. Букетик сирени 100 рублей, например. Такая весенняя Ялточка. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайки. Всем желаю сегодня прекрасного настроения. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Пока-пока. А, еще теперь рубрика будет «Новости из Ялты». Сейчас я вам расскажу новости. Теперь вместо женской консультации на Халтурина другая больница. На вывеске какая, еще нет. Но говорят, что тут психоневрологический диспансер открыли. И уже как несколько дней он действует. Мебель сюда завезли. Такие дела. Ну а теперь точно. Пока-пока.